Крымской лавочек, ремонт тут, урна, как же другие проблемы, входной арки. Видел вчера, был входная арка, действительно, мы ее обязательно поправим. И не только арку, и туалет откроем, тот, который там есть, модульный, а не вот тот, который где-то там в глубине стоит, закрытый. И звезду зажжем, которая на входе стоит. Вчера мы с коллегами выходили туда, дал ряд поручений, на которые обратить внимание. Все записали по протоколу, обязательно наведем там порядок. Но в принципе парк неплохой, уютно, чисто, поработал там зеленхоз, поработали там по поросли, по мусору, ну, работают.